Кнопочка отвалилась! Чат, кнопка отвалилась, не могу влево бежать. Сейчас. Оденься, клавиатура. Ладно, влево не будем бегать. Здорово, народ, вы на канале Арти, это снова Смайт. В этот раз это Артемида, мой бывший любимый хантер. Поэтому сейчас посмотрим, билд тут хороший. Ну, собственно, там по счету и так все видно, что билд хороший. Короче, смотрим каточку, ставим лайк и... Блин, подписывайтесь на канал, у меня 40% людей смотрят без подписки. В общем, погнали смотреть. Так. Я собирал уже ее, пробовал через стрелу, и мне зашло. Я хочу еще раз попробовать через стрелу ее собрать. Что вроде как имба получается, не знаю. Блин, я уже все стартовики на АДК перепробовал, наверное. Но проблема в том, что крайне редко получается попробовать лейт с этим стартовиком, потому что в начале сезона какая-то дичь, конечно, происходит. Кто-то ливает, кто-то сдается, еще что-то. А где ставки там? Блин, забыл про ставки, Чарч. Ну вы напомнили бы. Здорово, удар. Я ждал Киберпанк с момента анонса. Дождался сюжет, огонь на баги, лаги, это жопа. Да, да. Мне сюжет тоже понравился. Мне было жалко Джейки там и все такое. Мне понравился сюжет. Типа, ну... Но все равно, ну, я, как я и говорил, вот прикинь, у меня не было никаких ожиданий насчет Киберпанка. Было какое-то мнение, да, в голове, что будет круто, но не было гипер вот этих ожиданий. А прикинь, люди, которые фанаты CD Projekt Red, Ведьмака там и всех остальных. Здорово, Серег. Прикинь, как они ждали, типа, Киберпанка, как они, ну, разочаровались, скорее всего. Это же, ну, уму непостижимо вообще. Веселый билд с посохом, тот, что поджигает и швальм... Я пробовал уже с посохом миллиард всяких билдов и все такое. И типа посох имба. Посох имба, но его же нерфят вроде как. Thanks. Не, через лук, посмотри, что за скорость атаки. Ля-ля-ля, он, наверное, думает, что у меня aim assist. Стрела, мне кажется, недооцененный стартовик. Вот стрелу обычно не собирают. Да, в следующем патче посох, судя по этим, просто уничтожат. Я буду через, наверное, через стрелу играть. Так, тихо. Он тебя похилил, а Аполлона нет. В чем разочаровываться? Ну, подожди, типы, то, что они делали для этого, во-первых, Ведьмак не РПГ, они это сами сказали. Ведьмак вообще ни разу не РПГ. Okay. Если логически подумать, то Ведьмаку до РПГ как не знаю до чего. Там вариативности вообще никакой нет. Вообще-то, в Ведьмаке какой-то РПГ. Вот, и ты говоришь, типы, которые сделали РПГ, делают шутер, чего ждать? Но подожди, они набрали с того момента опыта овер до хера с Ведьмака. Это уже не маленькая компания там из 5 человек, я не знаю. О, почему две цели? А баф увеличится, интересно? Да, смотри, время продвигается. Почему две цели было? Ну ничего страшного. Сейчас вся разработка игр практически завязана на фрилансе, ребят. То, что они до этого шутеры не делали, не значит, что это вот прям они с этим пустились, вот, как говорится, с омутом... Как там, блять, как это выражение, сука? Ну вы поняли, короче. Блять,
Бля, ругаются. Здорово, реактивыч, нихера себе, какие люди, как дела? Ругается? Да постоянно ругаюсь в последнее время. Да похуй стало. Вомот с головой, да, спасибо большое. Старый забыл, как выражение правильно выражается. Типа ругаться стал больше матом, сорян, парни, но просто реально надоело, типа, строить из себя то, что ты не представляешь. Если я в жизни матерюсь, почему я не могу на стриме материться, если это не запрещено? Да, да. Метка от этого на рандомного падает. Я не знаю, юзать ульт. Ладно, юзу. А, все, даже лучше, чем я рассчитывал, сложилось. Дизлайк, отписка за мат. Ну пока, гейзер, пока, да-да. Что поделаешь. Главное оставаться самим собой, гейзер. Нельзя обманывать людей. Зрители, как правило, очень чувствуют обман и фальшь. Я попушу чуть-чуть. Все равно вернешься. Да нет, тут дело не в том, что вернется или нет. Вопрос в том, что типа не хочется обманывать. Две ульты. Минус две ульты. Еще это мат запретили. Нет, не запретили. Мат запретили у нас в социальных сетях писать. Держу в курсе. Ты же с Питера, не с Николая, кстати. В смысле? Да в Питере всегда все матерились. Кто говорил, что все эти, наверное, матерились, блин, как их? Поэты, хереты, вот это все. А это забывается очень быстро по поводу скоримов и вот этих неиграбельных игр. Все про это забывают, а потом ругаются на игры. Типа, да вот, как это так, вот Skyrim такой крутой, пиздатый. А, типа, этот, Киберпанк вышел говном, как так случилось? А то, что и, ведьмаки выходили как куски говна, типа, не лагучие. Никто не этот... Никто этого уже не помнит. Культурная столица же. Так я же не из Питера. Я живу в Питере. Родился не в Питере. И большую часть жизни не в Питере прожил. Не, ну я не сквернословлю жестко прям. У меня нет такого, что я прям через слово мата говорю, правильно? Поэтому, как говорится, попой. Нормально все. Конь без ведьмака улетел. Я не знаю, почему он остался, кстати, Сильванус. Просто уничтожаю его. Господи, как я раньше много играл на Артемиде, просто жесть. Вот, две метки, смотрите на крипа, почему две метки? Странно. Аполлон сейчас на ульте прилетит, и по идее я смогу его приговорить. Он полетел на мид, прикинь. Они все на миду, рофл. Да, про голума тоже, кстати, игру жду. Мне кажется, будет забавный. Но я бы попробовал бы. Хватит ли мне сил ее пройти? Мне хочется дофармить сапог. Зачем ты ждешь, чтобы он хилит? Здорово, Валет. Так никто же не заказывает кернуну, я им и не играю пока. Играю тем, кем кайф. Все логично. Здорово, здорово, дядь. Хорошо, вкусно.
Блин, ну что там 5-11? Что так? Что с Белоной? Что с Белоной? Не понимаю, 1-4 на 8 минуте. Если я покупаю с твоим тегом, это считаешь, что это иначе? Ну нет. Но я не могу вывести эти деньги вообще никак, блядь. Ты один у меня их покупаешь. Если я когда-нибудь их выведу, это когда ты потратишь овер до хера денег с моим тегом. Не, кто-то еще покупал с моим тегом, игры с моим тегом. Он даже кушек, по-моему, игру с моим тегом в Epic Store покупал. Много кто покупает. Но типа, там капает, там очень мало. Там очень маленький процент. Звучит как вызов? Да не, не, какой вызов? Не надо. Я брал, вот Дима брал. Не, брали, брали. Единичными вот так вот этими потугами, но брали, типа, да. Нет! Нет! Что я за нубас? Ладно, 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 ничего страшного. Сам факт, я показал ему силу, Чардж. Я показал ему силу, и он уже летит. А, ну тут еще Танатос идет. Ладно, 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 ладно. Жопошники, блин. У вас геп русский, тоже стримки тогда на Твиче. Хорошо. Жаль, с Тими убрали подарочные карты с играми. Вот покупать 4 копии теперь нет смысла, так как ты не можешь их в инвентаре хранить и потом подарить другу, только при покупке выбирать. Ну да, но мне картами, кстати, никто ничего не покупал вот этими старыми. Мне просто игру дарили обычно. Типа, мне ребята одно время очень много задаривали, кстати, играми вообще прям жестко. Танки хотят Steam запихнуть? Да, я видел. Забыл новости попостить что-то, надо новости попостить. Ну, кстати, это даст буст танкам. Но я не понимаю, в чем смысл. Почему они решили их запустить? Там же онлайн огромный, зачем им Steam? Еще больше, типа? Будешь стримить? Не знаю. Не, ну я явно, явно когда-нибудь танки попробую. Явно когда-нибудь. Ну, нельзя их не попробовать, правильно? Ну, это ж танки, ё-моё. Одна из самых популярных, наверное, игр. Хорошо! Когда ты играл с этим гебом, может быть, может быть. Да я знаю, я вижу ник, ник знакомый. В танках у тебя жопа сгорит? Может быть, может быть. Я не знаю, я не играл. Мне говорили, типа, этот, то, что и аккаунт может кто-то подогнать хороший. Пока брат на херово донат мы. А, я понял. Слушай, ну не знаю, не знаю. Если танки в танках... Если в танках все настолько плохо было бы, то в них бы столько не играли. Them, rough, шел домой. Хорош, хороший геп. Хорошо отыгрывает. Давай ловушечку. Хорошо. Там сила, правда. Она разу... А, она не ультила, да, не разультилась. Ой, хорош, Герс. Как хорош, у меня маны нету. Хорош, 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 хорош. Заразил завоеванием? Ну, я должен был артефакт, ты же понимаешь, братанчик, ну должен был. Здорово, здорово, здорово. Где геймплей ужасный? В танках?
Ну, он такой, как сказать... Давай скажем, назовем его ненапряженным. Так, я через блинк пойду. Через агрессив стайл. Четыре-два, в принципе, неплохо уже. Чё, картофельный-то, ё-моё. Хорош, Алсорос. Дропсы получили. Да, кстати, не забывайте, что на Твиче там можно дропсы получить. Так что всех призываю, парни. Всех призываю. Я не знаю, куда Аполлон полетел в итоге, но он, наверное, ну, если он не глупый, то, наверное, полетит драться. Вряд ли уж на базу. Хорошо, мы выровняли счет, это уже хорошо. Идем дальше. Плохое комьюнити где? В танках? Мне всегда казалось, что там норм комьюнити, типа взрослые мужики играют и все такое. Хорош, хорош. Хорош. Ну, я именно вот хотел пойти поиграть. War Thunder, по-моему, ну такое, нет? Посредственная игра. Тоже хорошая, но не такая крутая, как эта, нет? Шо, я не убил все равно? Валя, ты что, в танке играешь? Играл? Ну, сори, сейчас продал геба, конечно. Prime World? А он еще живой, разве? Тундра? Что за тундра? Не, мне кажется, Prime World уже все того. А что популярнее, War Thunder или вот-вот? По-моему, вот. Нет? Бля, меня достал. Будет атака? Проект армад. Хорошо, нормально. Жалко, что герс продали, но нормально. Вот популярнее. Чеки рекламе танк, танк плюс 10 к рейтингу. Максимум 5000 онлайнов в прайме? Нет, это вообще не... Шо? Смайте больше, лол. Так, так, так. Все танкисты на Ютубе сидят. Ну, у меня на Ютубе вроде канал-то не маленький. Ну, как маленький, конечно, не соизмерим с другими. Да, ну, условно говоря, он нормальный, вроде как. Типа и онлайн там стабильный держится, хоть и чат, сука, полумертвый чат, алло. Может быть, в танках? Может быть, это мое призвание в танке играть, нет?
Shut it. Shut it. Аполлон молодец, кстати, держится долго. YouTube сос... Ой, не начинай, витамин. Вчера поигрались уже. Чекайте. Что? Куда она делась? Куда она делась, лол? Хорош. Так а чё, ха-ха, она просто растворилась, лол, в одночасье, в одну секунду. Здорово, Эликс. Ебыч, ну шо ж ты стелишь-то? Ладно, он не знал, его задача была подбросить. Не, ну мы сначала проигрывали, но сейчас в одни ворота просто душим их. Да я так подамажил чутка. О, это заявка на смерть. Да геб! Хорошо, хорошо, идем. Пойдем ФГ бить. Что нам еще остается делать, кроме как ФГ, правильно? Не понимаю, правда, почему маленького бьем. Не, пока все идет вообще превосходно. Не, то что он стилит, это нехорошо, конечно. Мне это не нравится, Чарч. Красный бы украсть у Дискорда. Я заберу красный, да, чат? Как вы думаете? Так. Ладно, она уже летит как паровоз на красный. Ир заберешь. Все хорошо? Все хорошо. Хорош. Поинты получают, ребята, хорош. А я по привычке его, кстати, взял. Думаешь, не надо было, да, вафля? Беги. Ой, застрял, да? Ой, в какашку застрял. Блять, хочу агрессивные сыграть, вообще развалить там, ультануть там. Понимаю, Белона, понимаю. Зачем нам танчить таверку? Окей, уф. Больно было. Здорово, Ренеган. Слушай, ну по 150 плюшечки по танку нормально, в принципе. Да там ее так порезали, вон, смотри, еще раз даю. Oh,
Кнопочка отвалилась. Чат, кнопка отвалилась, не могу влево бежать. Ай! Сейчас. Оденься, клавиатура. Ладно, влево не будем бегать. Здорово, игра. Влево не могу бежать, только вправо. Не могу влево бежать. Все. Здорово, здорово. Все. Нормально, 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 все нормально было. Я там покилял, а еще жесть, да? Уф. Так, какой? Получаете на 20 золота за всех источников, каждый знак нет. Убиваю врага, вы получаете 10 золотых, ваша скорость атаки повышается эффективно. Да, вот. Да что такое, блин? Ну ладно, это хорошая катка. Тут я 12-2 сделал. Ее можно просто на YouTube залить из-за того, что прям вообще 12-2, там бла-бла-бла. Смотрите, я гну всех. Там поставить лайки и комментарии.